Sratasya pungsam sushira samasya nanja sasurir bhirtartha tattad gunan sabanam mukunda padar binda hidaye sujisham Sratasya pungsam sushira samasya nanja sasurir bhirtartha tattad gunan sabanam mukunda padar binda hidaye sujisham Сила Гаудия Гоштхипати Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гаудия Гоштхипати Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что и вот Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад хотел сказать, что если вы не заинтересованы в Вайшнава Пратиште, то тогда будьте уверены, что вы попадете в ад. Если вы будете игнорировать Вайшнава Пратиште, то тогда вы попадете в ад. Никто в этих 14 мирах, кто может сказать, что ему не нужно пратиштха в этих бесчисленных мирах? Никто не может сказать, что ему не нужна пратиштха. Никто не может сказать этого. А если кто-то говорит, то он говорит ложь, поскольку без пратиштхи этот мир, он весь развалится. Даже те, кто совершает баджан в Гималаях, в вот таких уединенных местах, они тоже стремятся к славе и почести, к пратиштхе. И те, кто совершает аскезы, и вот можно видеть, такие люди тоже не стремятся к какому-то признанию, к почестям, к славе везде, куда бы вы ни смотрели, без пратиштхи никто не может жить. Но суть в том, что мы должны понять, что такое пратиштха, что такое вайшнава пратиштха. Кто-то, кто находится... That doesn't mean that I'm going to pass slang language. I'm going absolutely correct because I'm less interested about material pratishtha. Я и когда говорю, что мне меня не привлекает пратиштха, я имею в виду материальная пратиштха, какая-то материальная слава. Мой Гурупад Падма Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он тоже спрашивал, зачем ученики поклоняются ему, они должны поклоняться Шриле Прабхупаде. И таким образом они всю славу, все почесть, всю славу они передают Гуру Варге, и в итоге эта пратиштха доходит до лотосных стоп Нитьянанда Прабху. Если мы можем понять это, не понять, а осознать, и тогда мы начнем плакать. Мы спорим насчет каких-то маленьких проблем, насчет всяких мелочей, но как только вы достигнете этого уровня, я имею в виду, осознаете, что вот то, что говорится в этом стихе, вся наша гурварга, вайшнава, у них есть настоящее положение у лотосных стоп Нитьянанды Прабху. Вся пратиштхана находится у Нитьянанды, а если вы хотите как-то отделиться от Нитьянанды, то вы подобны проститутке. И поэтому Махапрабху был очень гневен на Валабхачарью. Он сказал, что ты несешь, ты игнорируешь пратиштху Сидас Госвамипада.
Шридас Госвами Пад, он находится в лотосных стоп Нитянанды Баларамы, и как ты можешь ослушаться его, как ты можешь не следовать его наставлениям, ты подобен проститутке, то есть такому человеку легкого поведения. И вот здесь в этом смысле с вами, то есть, значит, вот здесь бенгальская пословица, то есть та женщина, которая не слушает своего мужа, она подобна проститутке, и Махапрабху вот привел эту пословицу, что те, кто не следует Шридас Госвами Паду, нашему представителю нашей Гуру Варги, то вот он подобен такой женщине. То есть пратиштха она должна быть, но она должна быть чиста, чтобы эта пратиштха не смогла осквернить наше сердце. И вот если кто-то изолирует себя от лотосных стоп Нитянанды, то это плохо. Вся пратиштха, вся слава, все почести, все уважение, которое приходит к нам, мы должны передавать это нашему Гурудеву, нашему Гурупадпадме. Все какие-то отдельные люди, которые горды, что они, например, ачарьи, которые гордятся собой, но Махапрабху говорит, что такие люди, они подобные проституткам, поскольку они не следуют наставнической преемственности. Если я нахожу одного вайшнава на берегу Ганги, а то есть если вайшнав живет на берегу Ганги, даже ходит практически без одежды, то я буду поклоняться ему, но не буду поклоняться демонам, вне зависимости от того, какую одежду они носят. И вот если мы отделимся от лотосных стоп Нитянанды, то тогда весь наш баджан, он развалится и ничего не останется. И вот суть в том, и вот без Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады никто не говорит настолько аккуратно, как он. Я, сидя на Ясасане, говорю вам, никто не может открыть наши слепые глаза и показать ситуацию, которая есть. Все хотят как-то закрыть свои глаза, чтобы не видеть абсолютную истину. Но, точнее, другие проповедники, они пытаются накрыть наши глаза чем-то, чтобы мы не смогли видеть абсолютную истину. И занимают своих последователей в служении самим себе. И, к сожалению, сейчас в большинстве своем такая проповедь. Баларам, он путешествовал в различных формах, в тонких и грубых. Нитянанда Баларам, он путешествовал по всем мирам, чтобы спасти обусловленных душ, то есть те, кто поинтересован, по-настоящему заинтересованы, а те, кто горды собой, то Нитянанда не может спасти таких людей. Нитянанда, его смирение, оно естественно. Мы должны видеть то, что Нитянанда, он дает нам такой урок. И вот Нитянанда, зажав травинку в зубах и катаясь по пыли, он плачет и воспевает святые имена Гуранги. И это естественно, это не на показ. Когда Нитянанда хочет спасти Джагай Матхай,
хотя они разбили ему голову. Это было не что-то на показ, это естественное состояние было. Это настоящее смирение было, и мы должны развить тринадапи, без которого мы можем вернуться к себе домой. И если вы не можете развить тринадапи, то лучше не оскверняйте это место баджана. Первая наша обязанность — это избавиться от тщеславия, от ложного эго. Без этого все бесполезно. И не избавившись от ложного эго и тщеславия, все, что вы делаете, это бесполезно. Вначале Нитьянанда, он показывает, что такое смирение должно быть внутри нашего сердца. Шрила Прабхупад говорит очень ясно, очень аккуратно, то, что Кришна Бхакта, он не должен обвинять никого ни в чем. Можете ли вы объяснить, что это значит? И вот что это значит, можете ли вы объяснить по милости Гурупад Падме? Когда? Что я сейчас сказал? И вот Нитьянанда, он катается в пыли, и Гаудия Гошти Пати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, те, кто настоящие гауди, те, кто совершают Кришна Бхаджан, вы совершаете Рагануга Бхаджана, можете ли доказать? Я не хочу слушать никакой ложной философии от вас. Можете ли вы доказать, что вы уже утвердились на пути Рагануга Бхаджана? И это признак Рагануга Бхаджана. Я сказал, что Рамануджачарья, Мадвачарья, Вишну с вами никто. Ни Бхакачарья, никакой Ачарья до сегодняшнего дня. Никто не говорил так научно, так аккуратно, как Шрила Прабхупад и те, кто отклонились и не следуют пути Шрилы Прабхупады, то Нитьянанда, он уничтожит их в тонкой или грубой форме, и все такие ачари и общества, они пропадут. Нитьянанда не может сохранить их, поскольку одна из имен Нитьянанда – Пашанда Дола. Пашанда Дола значит то, что он опровергает, уничтожает демонов, которые выступают против гуру и вайшнавов. И вот Нитьянанда, он их побеждает. И вот таким образом Нитьянанда Прабху, почему Шрила Прабхупад говорит, что тот гаудия преданный, который совершает Рагануга Бхаджан, тот подлинный преданный, у него он не должен жаловаться ни на кого, поскольку он живет так, жизнью, которая олицетворяет вот эту шлоку. И это их формула. Шрила Прабхупад говорит, что Джагадгуру, Баладев, Нитьянанда, они путешествуют по этому миру в различных формах. Различные формы значит формы садгуру и садвайшнав. Садвайшнав Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что тот, кто гуру, он несомненно вайшнав. А тот, кто вайшнав, хотя он посвящение может не давать, но все же он гуру. То есть если вайшнав не действует как гуру, но он гуру, поскольку его поведение, его пример, он и есть олицетворение гуру Нитьянанда, он путешествует по этому миру в различных формах, чтобы спасти нас с вами и те, кто хотят, чтобы спасти тех, кто хотят спастись от Майи. Много раз до этого я говорил. Тап-тап гунану саванам мукунда падар винда хидрешу ешан.
Кто-то хочет соревноваться с вайшнавами, но имеют ли они такую силу, чтобы соревноваться с теми, кто может заключить лотосные стопы Нитянанды Бхагавана в своем сердце? Можете ли вы соревноваться с ними в чем-то или конкурировать? И если будете делать, то увидите последствия. И вот те, кто сохранили лотосные стопы Бхагавана, Верховного Господа, Нитянанды, Гуру Хари в своем сердце, никто не может соревноваться, конкурировать с Гуру и Вайшнавами. Это запрещено. И мы не должны говорить ни единого слова против Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати или Бхактину Такура или наши авторитетные Гурваги Гауди Матха. Если они будут говорить что-то против, то автоматически они получат наказание, поскольку Баларам, он со своим плугом и этим и палицей, он этот инструмент в его руках говорит о том, что он может помочь сделать почву нашего сердца, чтобы посеять семя бхакти туда и взрастить его. Шрила Прабхупад говорит, если без осознания, без дивигьяны мы получили дикшу 50 лет назад или 100 лет назад, но что толку от такой дикши, если мы не осознали, не получили дивигьяну, божественное знание, то что толку от такой дикши? Дикша сама по себе значит дивигьян. То, что может выкинуть все осквернение с нашего сердца и явить чистое знание внутри нас, чтобы мы видели, что и что. И первый даршан, который мы должны узнать, то есть то, что мы должны видеть душу, а не какие-то материальные вещи. Но это не так просто. И вот это очень в различных формах садгуру. Нитянанда в различных формах, в форме садгуру, в основном он путешествует по всем мирам, чтобы спасти обусловленных душ. И Нитянанда смотрит, он находится в нашем сердце и смотрит на нас. Прампуджа Пад Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Кешава Госвами, они все мои гуру, они все мои гуру. И может быть какой-то и может быть какое-то немного разное представление, но в целом все единое. Может, Кешав Госвами Махарадж более милостив, кто может сказать? Then everybody in material world is there, no Srinadavi, nothing is going to keep. Maharaj, come on. And Krishnadas Kaviraj Goswami said, Purishati, I am Lord. Как вот Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит о себе, что он хуже, чем червь в испражнениях, а Лочандас Такур, он, а Вриндавандас Такур, точнее, говорит, что может ударить по голове такого человека, который не слушает его наставления, то кто же из них более милостив? Вот Баладев, он И вот смотрите, Баладев, хотя он говорит, он говорит так, что те, кто не следует
То есть люди, которые подобны животным, они не могут следовать вот этим, его наставлениям Бхагавад-дхарме, он может ударить их палкой, как животных. Как животных куда-то гонят, то и также он такой пример приводит, но он же готов спасти Дурьотхану. И вот Нитьянанда Баларам, они хотят спасти Джагай Матхая. Нитьянанда Баларам, они хотят спасти Дурьотхану, которая очень опасная личность. И вот Баларам думает, если он может спасти его, и не путайтесь, не теряйтесь, не думайте, что Гопадма, он слаб, много людей приходили и уходили от Шрилы Прабхупады, но посмотрите на последствия тех, которые ушли от него, на то, что с ними случилось. И вот в шастра говорится, что если вы изучаете Веды, Веданту, Бхагаватам, вы можете все изучать, может, вы очень разумны, но это не значит, что у вас есть бхакти. Может, кто-то не может произносить шлоки из Бхагаватам или помнить их наизусть, а кто-то наизусть помнит, но это не значит, что у этого человека нет бхакти. А если этот, особенно если этот человек буквально продал себя лотосным стопам Гуру Падме, и в Бхагаватам такая шлока приводится, подобно тому, как вы покупаете на рынке какого-то животного, корову, быка там или еще кого-то, например, такой, или собаку, или еще кого-то. Но когда вы приводите этого животного к себе домой, эти животные, они не жалуются, почему вы не поете нас, не кормите, на жару поставили или еще что-то. Такие животные не жалуются. Ну, максимум, что может сделать животные, они могут там мычать, гавкать или еще что-то, но мы, к сожалению, так жалуемся на все обстоятельства. И вот Нитьянанда Баларам, они могут прийти в различных формах садгуру, не асадгуру, а именно садгуру. То есть есть некий гуру, который очень гордятся своей славой, но это неправильно. Если вы можете служить садгуру вайшнавам, вы можете запросто получить бхакти. И пытайтесь осознать, понять, что вы хотите. Если вы хотите бхакти, я могу показать вам простейший путь. Если вам нужно бхакти, это очень просто обрести его. Для этого нужно служить чистым гуру вайшнавам, и тогда вы обретете бхакти. А если вам нужно что-то еще, тогда я не несу никакой ответственности за вас. Поскольку джива на сватантра, они хотят своей собственной независимости. Но несмотря на такую независимость, они все находятся в обусловленности, в рабстве материальной природы. Сегодня Гуру Пурнима, хотя вот недавно только мы поклонялись нашему Гуру Деву, совершали Гуру Пуджи, сейчас опять Гуру Пурнима. В чем же разница? И вот какая особая пуджа, какое особое поклонение нужно совершать сегодня, в чем же разница? Да, разница есть сегодня, Гуру Пурнима. И вот в чем разница между этими двумя праздниками? Группа Падма Нитьянанда может явиться в форме Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа в моей жизни. Он может явиться в форме Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа в вашей жизни.
или в форме Шилы Кешава Госвами Махараджа в жизни кого-то еще, тот же самый гуру, но является в различных формах. И вот и такие индивидуальные гуру, когда мы видим их явление, то мы должны поклоняться им, такую индивидуальную гуру-пуджу совершать. Но в этой индивидуальной гуру-пуджи, в этой концепции, если мы забудем, что все гуру не ходят из единого источника, то вся наша гуру-пуджа, она закончится. Если я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам вашего Гуру Падмы, то я, сидя на Вьясасане, гарантирую, что эти цветы, это Пушпанджали, тоже дойдет до лотосных стоп моего Гурудева. Когда вы предлагаете Пушпанджали лотосным стопам какого-то садгуру, то когда я, например, когда предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Шилы Кешава Госвами Махараджа, то я уверен, что они дойдут и до Шилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, поскольку Гуру Татва, она едина и неделима, она одна уникальная татва, и эта Гуру Пуджа может явиться в различных формах, чтобы дать вам какое-то вдохновение, великолепную бхаву. Гуру Пуджа. Сегодня также Гуру Пуджа. Но сегодня Самастхи Гуру Пуджа. До того была в Ястхи Гуру Пуджа. И вот на санскрите это в Ястхи и Самастхи Гуру Пуджа. В Ястхи значит индивидуальная Гуру Пуджа. И это, а сегодня Самастхи Гуру Пуджа общая. Мы поклоняемся всем гуру, это единая гуру татве. И вот так мы поклоняемся все гуру татве. Кто-то может из Рамануджа Сампрадай, кто-то из Мадхава Сампрадай, из любой Сампрадай, но если он садгуру, то тогда, несомненно, сегодня мы поклоняемся всей Гуру Татве в целом, чтобы наша Пушпанджали, они достигли всех садгуру во всем мире. И это единственная разница. А если вы потеряете свое положение, будете заявлять, что это мой Гуру Падма, а тот ваш, то это глупо. И это может стать причиной вашего падения и падения всей системы, которая это проповедует. Это не я говорю, это в шастрах говорится, что если какой-то гуру говорит неправильно, с каким-то этим разделением, то он попадает в ад. Как в этой шлоке говорится. И такие гуру попадают в ад со своими последователями. И вот если вы очень удачливы, это сегодня Баларам Нитянанда, они сделали так, что в этот же день ухода Шилы Санатана Госвами. И согласно Випраламбра Бхаве, сегодня день явления Санатана Госвами. Разве это неправильно? Сегодня для нас официально день ухода Санатана Госвами, но те, кто находится в Випраламбра Бхаве, имеют огромное чувство к Санатана Госвами, то для них это день явления Санатана Госвами Пада. И это совершенно сиддханта. И вот вы должны понять все это, и чтобы продвигаться дальше. И вот Шрила Прабхупада говорит, вы должны выражать почтение Вайшнава Пратиштхе. Если я хочу доказать, что я какой-то возвышенный саду, совершаю баджан в Сурья Кунде, то это то Шрила Прабхупада говорит, кто может сказать, что за
какой ситуации находится ваше сердце? Кто может сказать, что в вашем сердце? Под именем уединенного баджана, может, вы приглашаете какой-то что-то нехорошее у вас? Кто может сказать? Но Харидас Такур, когда совершает три лака харинама, это Вайшнава Пратиштха, когда Рамачандра Кан хотел как-то опозорить его, то посмотрите, что с ним случилось. И все те, кто выступают против Гуру Вайшнавов, то Нитянанда, он уничтожает их, он скидывает их с поля Намахаты. И вот это очень прекрасная сиддханта. Very good siddhanta, very nice, perfect siddhanta. You will have to understand, feel this point. This way, actually, Prabhupada wanted to give warning to each and everybody. Prabhupada wanted to give warning in front of each and everybody. I told you, na, one time, those who are going to preach in front of common people. И те, кто проповедует обычным людям, Шрила Прабхупад говорит: all my friends, о мои друзья, all my guru varga, о гуру варга, those who are going, те, кто to foreign country, ездят в западные страны, чтобы спасти падших душ, для них у меня особая просьба. Я говорил на эту тему раньше. И какова просьба? Шрила Прабхупад много раз говорил: вы должны вернуться и говорить об этом. Но что я хочу сказать? Шрила Прабхупад говорит: о мои друзья, вы должны вспомнить третью шлоку Шикшаштаки. Если вы забудете ее, то Майя Пишачча нападет на вас. И что это за шлока? Вот Тринада Писамничина. Вот эта шлока. Вы должны помнить это всегда. И в тот момент, когда вы забудете ее, как вы можете узнать, кто настоящий вайшнав, а кто нет? И вот если вы оскорбите их или выразите почтение, то они будут беспристрастны, они не будут спорить с вами или как-то вас особо благодарить. Вот это один из признаков вайшнава. И вот Шрила Прабхупад говорит: мы не должны забывать третью шлоку Шикшаштаки, которую дал Шриман Махапрабху. Махапрабху, он сам утвердился в Тринадапи, и Махапрабху также. И вот Нитянанда говорит всем: и вот мы должны воспевать киртаны, поскольку в киртанах есть огромная сила. Во всех киртанах Махаджана огромная сила. Понимаете? И в этих киртанах огромная сила. И что Шрила Прабхупад хотел сказать под именем сокровенного баджана: не пытайтесь испортить свой баджан. Будьте осторожны все время. И вот пытайтесь всегда прийти к чистым гуру вайшнавам. Если у вас есть сила, вы должны прийти. А обычные люди, у которых много анартх, они хотят куда-то уйти, убежать.
Но настоящие вайшнавы, их видение, оно подобно рентгену. Они видят все, что происходит в нашем сердце. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны прийти к чистым гуру вайшнавам, у которых нет никакого, никакой корысти. Вы должны прийти к ним, поскольку они хотят дать вам они должное лекарство. Они хотят исцелить вас, с помощью чего вы достигнете того духовного уровня. Понимаете? И вот так много вещей, но мы не заинтересованы. И вот сегодня день ухода силы Санатана Госвами Пада. Я могу сказать, что согласно Випраламба Бхави, сегодня день явления Санатана Госвами Пада. И также Гуру Пурнима, как великолепно все это в один день, чтобы показать, доказать, что Махапрабху сказал Джагатананде. Что Махапрабху сказал Джагатананде? Ты идешь во Вриндаван? Махапрабху не позволял ему пойти во Вриндаван, но потом все-таки он долго просил, и тот позволил. И Джагадананда, он пошел, он попросил Махапрабху через Рай Рамананду. И тогда, поскольку Джагадананда, он знал, что если попрошу через Рай Рамананду, то Махапрабху не сможет сказать «нет». И таким образом Джагадананда Пандит попросил Махапрабху через Рай Рамананду из Сваруп Дамодара. И вот он, и они сказали Махапрабху, что в чем проблема, один раз пускай хотя бы сходит во Вриндаван, сходит и вернется. И Махапрабху сказал: хорошо, но не находись там долго. Иди во Вриндаван и сразу возвращайся. И как это понять? Кто-то может читать книги, но осознание, где он возьмет? Джагадананди Махапрабху сказал: хорошо, ты можешь пойти во Вриндаван, но не находись там долго, возвращайся сразу. И всегда пытайся находиться рядом с Санатаной. Всегда находись рядом с Санатаной. И ни на малейшую часть секунды не отклоняйся, не отходи от него. Почему ты рассказал? Джагадананда вроде бы не ребенок, но почему? Какова причина, по которой Махапрабху сказал так, чтобы он находился всегда с Санатаной? Даже на часть секунды, чтобы не отходил от Санатаны, не оставлял Санатану. И это процедура, с помощью которой мы должны войти в даму, во Враджа-даму, Рупой Санатаны. Они лучше из Враджа-васи. Кто-то может как-то силой жить во Вриндаване, но они не Враджа-васи. Есть определенная процедура, чтобы определить, кто есть Враджа-васи, а кто нет. Кто-то может жить напротив Гавадхана, пить там чай и наслаждаться Гирираджа, но разве он преданный? Гирирадж — это не объект чего-либо наслаждения. И те люди, которые наслаждаются Гирираджем, они не преданы. Какие-то глупые люди могут подумать, что такие люди, которые вешают картины Кришны, чтобы наслаждаться ими, что они преданы, но нет, они просто наслажденцы, просто наслаждение более такого высокого уровня. И вот Санатана Госвами, он Самбанта Гьян Ачарья. Почему Махапрабху говорит? Поскольку Махапрабху говорит у нас с вами о том, что Санатан Самбанта Татва Ачарья. И мы не можем оставить его даже на секунду, лотосные стопы Санатана Госвами. Он Самбанта Татва Ачарья.
и наставления данной Джагадананде, но они для нас. Эти наставления не для нас. Джагадананда, он пошел во Вриндаван, поскольку Махапрабху знал, если бы он пошел во Вриндаван, он сразу же начал бы чувствовать разлуку с Гаурангой и думать о том, как увидеть лотосные стопы Гауранги и плакать при этом. И вот Лочандас Такур, Нарутам Такур, они все пишут так, и какая випраламбха, какое чувство разлуки в их сердце. Это не шутки. Не думайте, что это какие-то шутки с Прама Бхакти Чандрикой, Прартханой. Наша Гоу Кишордас Бабаджи Махарадж, он путешествовал везде. Это, они могут показать, как совершать Рагануга Баджан, когда Наротам Такур плакал. Хотя мы иногда с таким поем, когда такой же киртан, то имитируем, но Наротам Такур он плакал по-настоящему и проливал слезы, но некоторые поя тот же киртан, они просто на показ это все делают. Кабе Кришна Дхану Пабу Гияро Маджаре Тубу Дурай Бо Тапито Парам Дурай Бо Тапито Парам. Not even Rabjo. Это не шутки, когда Наротам Такур писал этот киртан, там был, он пролил озеро слез перед этим. Он молился о том, когда же он может обрести лотосные стопы Кришны. И все его киртаны, они пропитаны таким чувством. Кто-то, конечно, может красиво пить, но красиво петь, но чувства без Гуру и Вайшнавов где они получат, когда Рагунатдас Госвами плачет и говорит. Когда Рагунатдас Госвами, он плакал о том, что Рупа и Санатана не ушли. И тогда Рагунатдас Госвами, он хочет умереть прямо сейчас. Он говорит, я не хочу жить больше, я хочу умереть прямо сейчас. Я хочу оставить свое тело прямо сейчас, как я могу жить дальше. Суннаяте Махагосчам Гириндо Алюгараяте Бегро Тундаяте Кундам. Мое тело, оно есть, но душа ушла из него. Мое тело осталось, но жизнь ушла из него. Рагунатдас Госвами плачет и говорит. И вот эта Враджадама, она пуста. Она стала пуста. Махапрабху, он приводит пример, как Суннаитам джагата сарвам говинда вирахенам Джугаитам нимешена чакшишва бришейтам Суннаитам джагата сарвам говинда вирахенам. И вот Махапрабху говорит, что я вижу, без Кришны все пусто. У меня нет вкуса, я потерял вкус ко всему материальному. Материалисты, они молятся лотосным стопам Бхагавана, просят, чтобы он дал то, все, пятое, десятое, но Прабху говорит, забери все, ты можешь забрать даже мою крупину, я буду чувствовать себя свободным. Есть у чистых гуру вайшнавов, у саньяси, имеется в виду, есть лота
Сота и лангота. Лота значит емкость для воды. Сота значит данда и лангота каупина. То есть у саньяси всего три вещи есть. И то они не против, чтобы Кришна все забрал, понимаете? Но Шрила Прабхупада, он лучший из отреченных, из нишкинчанов. И вот мы видим чувства преданных Рагану. И вот Санатан Госвами сегодня день ухода, и сегодня день явления также для Рагануга Бхакт. И мы должны иметь такое чувство Випраламбхи, как Наротам Таку, он плачет и говорит об этом. И вот Наротам Таку в своих киртанах он говорит, когда же я смогу увидеть Вриндаван, когда же все материальные привязанности они уйдут. আর কবে নিতাই যাদের করুণা হইবে বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে স্পিকিং না নর্তম ঠাকুর স্পিকিং না নো নট বিং কীর্তন и вот Наротам Такур он বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরাবো সেবিন্দা Говорит, когда я могу увидеть Вриндавандаму этими глазами, которые привыкли видеть только всякие материальные вещи, плоть и кровь, как этими глазами можно увидеть Вриндаван? Кто-то думает, что можно купить билет на самолет до Вриндавана и быстро попасть туда. Но на самом деле, те, кто то, что написал Рупа и Санатана, Наротам Такура и другие, они пишут так. И вот в их киртанах так много разлуки, так много чувства разлуки. И вот это чувство Випраламбхи должно быть, и тогда, если оно есть, то ваш приход ко мне, он успешен, вы должны чувствовать это. И вот, что Махапрабху говорит нам, что Шрила Прабхупада говорит нам, это автоматически. Если вы развили тринадапи, то автоматически вы можете стать смирение, чем травинка, это автоматически произойдет. И на пути Рагануга, Рупануга, Баджана, Тринадапьяна, естественно, Тринадапьяна, естественно, что она есть у Рагануга преданных, им не нужно звать как-то это, как-то искусственно взращивать. Нет, Рагануга, Рупануга преданные, они не должны жаловаться ни на что. Если кто-то жалуется, то даже какой-то ачарья, то он не ачарья. Так много людей выступало против Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупад не жаловался. Он думал, что это может быть проверка Кришны. Даже когда хотели убить Шрилу Прабхупаду, это естественно, поскольку те, кто говорят об абсолютной истине, их жизнь не так безопасна, как ваша. Все хотят напасть, как-то прекратить их действия. Кто-то думает, что это трагедия, но они воспринимают это как комедию по милости Кришны. Это Шрила Прабхупад говорил, много людей вот хотели убить его. Даже кидали камни с крыш на него. Но Шрила Прабхупад не жаловался даже в полицию. Он говорил, что они делают благо для нас. И смотрите, видеть все негативное в вашей жизни в позитивном свете, это зовется Вайкунтха Даршан. Это зовется Вайкунтха Даршан. Поток милости. Torrential rain of mercy.
поток милости, он снисходит на нас, но мы не можем принять его. Есть дождь милости, Рупа Санатана, все наши гуру, они посылают нам дождь милости, но как его поймать, принять? Кто-то хочет стать какой-то большой обезьяной из-за своей гордости. Поскольку, чтобы принять крипу милость, нужно стать тринадапи, обрести смирение. А кто-то думает, что просто переодевшись в одежду вайшнава, можно обрести милость, но это не так. И вот... И вот Санатан Госвами, он описывает... Точнее, вот в этом стихе описывается, что Рагхунат Дас Госвами, он молится лотосным стопам Гирираджа не просто каждый день, а каждую часть секунды. И вот он говорит, о Гирирадж, даруй мне немного места у твоих лотосных стоп. И тот же Рагхунат говорит, что сегодня я вижу, что вся Враджа-дхама, она пуста. Она пуста. И я вижу Гирирадж, он хочет сожрать меня. Он подобен питону и та Радхакунда, на берегу которого я принимал омовение три раза в день, и та же самая Радхакунда и Радхарани, они не отличны друг от друга. И та Радхакунда, которую я видел, сейчас я не вижу Радхарани, а вижу лицо тигра. И та Радхакунда стала подобна тигру, и она хочет съесть меня, и это зовется Випраламхабавой. Если у вас есть хотя бы немного випраламхи, вы не должны жаловаться ни на что. Кто-то жалуется, почему их не пускают в храм Джаганнатха, но что вы будете делать там? Пускай они выгонят нас, меня выгонят, меня, я не хочу заходить в храм Джаганнатха, что там делать? Могу только осквернить его, хотя смотрите, Санатан Госвами показывает нам пример, что они недостойны заходить в храм Джаганнатха. Что говорить о храме Джаганнатха? Они даже по главным улицам не ходили, чтобы, не дай бог, какой-то банда не задел их и не осквернился. Посмотрите, какое смирение у них было, и у нас должно быть похожее настроение. Рупа Санатани, они чувствовали себя недостойными того, чтобы заходить в храм Джаганнатха и даже ходить по главным улицам. Но мы не чувствуем такого. А почему? Из-за того, что нет должного смирения и преданности. Если кто-то... Кто-то может кричать какие-то девизы перед Джаганнатхом. Но что толку? Джаганнатх, если любит нас, он позволит нам войти в храм Джаганнатха, и никто не увидит этого. Я вот рассказывал один преданный И вот, то есть мы сможем войти в храм Джаганнатха, а то, может, тело наше не может войти, но душа может, если у нас есть бхакти, то мы сможем войти в храм Джаганнатха. Рупа Санатана Харидас Такур, никто не жаловался, что их не пускают, но не то, что не пускают, они считали себя недостойными заходить в храм Джаганнатха и не жаловались на это, но это хорошо, это позитивное для нас, если мы хотим совершать Харибаджан, это очень благоприятно. Шриман Махапрабху, сам Верховный Господь, сам Джаганнат, смотрите, Махапрабху почему не изменил систему в то время?
мог бы издать правило, что все могут в храм Джаганатха заходить, но нет. Махапрабху знал, что чистые преданные, они уже, они уже душой с Джаганатхом, и никто не может воспрепятствовать тому, чтобы они вошли в храм. Рамануджачарья до Махапрабху был, Шанкарачарья, он тоже великий ачарья, но никто не менял правила храма Джаганатха, но мы спорим. И это мы должны осознать. Если вы настоящий гауди, вы должны следовать Харидас Такур. Харидас Такур говорит Махапрабху, Махапрабху звал Харидаса, чтобы он вошел в Гамхиру. Все звали Харидаса, что Махапрабху зовет его, но Харидас принес свой полный распростертый поклон на улице и сказал, как я могу войти в храм Гамхиры. Скажите, что мне недостоин, я могу задеть кого-то, осквернить случайно. Я не могу есть внутри, я как нищий должен снаружи есть. Но смотрите, Махапрабху одобрил его чувство и сказал, я сам принесу тебе прасад. Если... Но смотрите, сам Махапрабху, он каждый день после визита к храму Джаганатха сначала шел увидеть Харидаса и приносил прасад ему. И хотя, смотрите, хотя сам Харидас такого не заходил в храм Джаганатха, то сам Джаганатх в форме Махапрабху приходил к нему каждый день и приносил Махапрасад. И вот вы должны понять то, что есть великие ачарьи даже, кто Пундарик Виданитхи. Он возмущался, что эти панды Джаганатха, они даже одежду не стирают, сразу предлагают новую, она еще в крахмале, ее постирать бы надо, а потом предлагать. Смотрите, он это даже не сказал, а просто подумал, какие бестолковые панды даже одежду не стирают. И просто он подумал, то Баларам и Кришна пришли и дали ему пощечину с обоих сторон. И когда он проснулся, он увидел отпечатки их пальцев. И с утра не мог выйти, стыдно ему было. Спросят, кто его ударил, а что он ответит. Я просто подумал, что перед тем, как предлагать одежду Джаганатху, ее постирать надо, чтобы она не была крахмальная. Но вот и такое наказание он получил. Если нет смирения, нет випраламбхабавы, то что толку слушать харикатху, если вы не сможете развиться дальше. Мы должны считать, смотреть, сколько прогресса мы совершили в тот или иной день. Мы должны совершать служение, использовать каждую часть секунды ради Гуру Вайшнава Севы, тогда вы обретете силу. И это техника Харибаджана. Кто может дать вам силу, автоматически вы ее обретете. И вот, когда Рагхунатха Дас Гасай говорит, он говорит, я хочу умереть прямо сейчас, я не хочу жить больше. Без Рупы Санатаны, что я могу делать? И это зовется Випраламбхабава. Если эта Бава, она прикоснется к нашему сердцу,
то тогда вы почувствуете, что вы можете совершать харибаджан. Если вы можете почувствовать эту бхаву, то вы можете совершать харибаджан. Рагхунат Дас Гасай плачет и говорит: Рагхунат Дас Гасай, он поет Джантату Ачарья. И мы слепы. И не хотим видеть. А точнее, Махапрабху дал ему каплю расы, чтобы он вкусил ее вкус. И вот Рагхунат, когда говорил, я не был готов принять эту бхакти-расу Санатана, как мать взял и положил мне в рот этот нектар, эту каплю нектара, и когда я почувствовал, насколько она прекрасна, эта раса. Санатанам там прабху масра, прабху асраями. Pronunciation should be proper. All meaning change. Наше произношение должно быть совершенно иначе, значение слов меняется. И вот в этой шлоке говорится: я хочу принять прибежище у того Санатана Госвами Пада, кто силой хотел дать мне вкус харибаджану. Я не был готов, но он дал мне этот вкус для пробы. Очень осторожно, как с огромной любовью, которая подобна любви бесчисленных матерей. Как мать заботится о ребенке, но я нахожу наверняка, что мой Гуру Падма, это любовь, которую я обрел от него. Я не могу сравнить это с моими прошлыми родителями. Я не могу забыть любовь моего Гуру Падмы. Я никогда не забуду ту огромную любовь, ту простоту, то чувство, которое я видел у Гурудева, насколько я удачлив. Но в то же самое время я неудачлив, что не смог принять это все вовремя. Поскольку ученик, он должен получить всю бхаву Гуру Падмы, если он находится в полной гармонии. Но если мы не в гармонии, то мы не можем получить всю эту бхаву. И вот я хочу отплатить Санатане за его дар, но я не могу, поскольку сам Господь в долгу перед Санатаной. О, Харидас, я не могу отплатить тебе, о, Рупа, я не могу, мне нечего дать вам, я без бедный саньяси. У меня ничего нет, я просто могу обнять вас в благодарности, но это тоже богатство. Это настоящее сокровище, чтобы Господь обнял нас, как Гопа Кумар. Он путешествовал по всем 14 мирам, не чувствовал никакой радости, никакого удовлетворения. И вот он достиг Вайкунтхи, потом выше Галоки достиг, и в итоге по наставлению Нарады. То есть он в Раджавасе был, ему нигде не нравилось, и когда он достиг Кришны, вот в Раджавасе они так на каком-то грубом языке разговаривают, и Кришна, когда слышит этот язык, он все равно доволен. И поэтому все читания Чайтамрити говорят, что когда эти враджа-гопи ругают меня, я думаю, это лучше для меня, чем ведические гимны. Кришна, ну, хочет слушать это. И это настроение Кришны, и в Раджавасе они не чувствуют обиды, если вот
их преданные обращаются к ним какими-то грубыми словами. Много случаев в Враджадхаме, когда Кришна он соревновался с какими-то преданными, спел лучше их. Есть место в Гокуле, где Кришна он соревновался в пении со своими преданными, и преданные пели, потом Кришна пел. И Кришна он всегда был побежден своими преданными, и это зовет Срагануга Баджан. И вот Санатан Гасая, он находился во Вриндаване, поскольку Махапрабху сказал: «Рупа Санатана, идите, живите во Вриндаване, это ваше служение, пытайтесь найти все лила-кшетры, где происходили все лилы Махапрабху, вы должны показать их, открыть их заново, а у них не было времени даже спать». Sankha purvaka nama gandhati kala vasane kito nidrahara vihara kadi vijito chatanta dino chajo. You can see? Cannot see. Why? All taking prasadam, no time for taking prasadam, nothing. Only busy with Harinam Sankirtan. That Pobar Bhakti Siddhanta Sota wanted to show us. И это хотел показать нам Шрила Прабхупад, что мы должны достичь того уровня, когда наше сердце всегда воспевает славу Кришны и Гуру Варги. Мы должны достигнуть этого уровня, где бы мы ни находились, чтобы в нашем сердце всегда Харикатха и Харикиртан происходили. И это зовется Сиддха, это зовется совершенный уровень, когда происходит совершенно непрерывный харикиртан и непрерывная харикатха. Шрила Прабхупад хотел показать нам это. И вот Санатан Госвамипад, Рупа Госвамипад, Джива Госвамипад, они находятся во Вриндаване по указанию Махапрабху. Особое служение было дано им как составление шастр и Rasatattva Pavartan, an installment of Rasatattva by two, Rupa Gosai Path, all Siddhanta Vichar to Jiva Gosai Path, Siddhanta Tathacharya, all Tathacharya, all giving, all the time, giving. They are doing this all the time. И вот они совершали это служение. И писали книги и прочее, и даже им некогда было А вот эти Рупа и Санатан, они даже не жили два дня под одним деревом. Они всегда вот путешествовали. То есть даже и чтобы избежать привязанности, они даже два дня под одним деревом не жили. Сразу переходили куда-то в другое место. От дерева к дереву, с деревни, от деревни к деревне. Мы должны петь эти киртаны во славу Рупы и Санатаны, и тогда мы обретем милость. А если есть какая-то склонность к наслаждению, к лицемерию, то мы должны избавиться от майи, иначе мы не сможем выйти из-под влияния майи. Харикатхана подобно лекарству. Каждая харикатха, каждое слово этой харикатхи, оно должно менять ваше сердце. Я могу привести примеров несколько, но не сегодня. Санатан Госвами, он по Враджадхаме, он ходит, и пишет книги в то же самое время. О Калидам он обнаруживает эти места лил Кришны, Калидам он Расастхали.
там, где Кришна с Радхарани был, Санкет, Яд, Такунда или Найкунда, и вот Санатана Госвами, он все это открыл заново, согласно шастрам. Он нашел в соответствии с описаниями шастр все эти места, и потом Санатана Госвами служил там, он облагородил все эти места. И когда мы станем преданными, когда я пойму, тогда, когда у вас пропадет интерес к всяким материальным вещам, и когда вы, если осознаете, что какие-то материальные вещи — это просто потеря времени. Ну, какие-то, конечно, материальные знания, как изучение санскрита или еще чего-то, оно может помочь в служении. Ну, то есть мы все должны занять служение, мы должны связать все. И это называется техника, как связать это все. Я не говорю, чтобы вы не образованы были, нет. Вы должны быть образованы, и после моей смерти вы должны говорить харикатху, я думаю. Что вы должны говорить именно харикатху, а не какие-то лекции. В этом мире недостаток харикатхи, мы должны возвыситься до того уровня, чтобы быть способными говорить харикатху. И вот Санатана Госвами, по милости Гурупад Падмы, я был очень... Я не знаю почему, может, из прошлых жизней, но я привык жить как в Раджавасе. И вот Махараджу было как-то привычно жить во Вриндаване, это по милости Господа. И вот Санатана Госвами, он также привык жить в Раджавасе, если спрашивал, за кого вы дочь замуж выдали или чем ваш там сын занимается. Хотя внешне можно подумать, что какие-то материальные разговоры, но Санатана Госвами о материальном ни о чем не говорил. Он связывал все с служением Кришне. Если он узнал это здоровье какого-то в Раджавасе, например, это не материальные разговоры, а Харибаджан. И вот так или иначе, если Санатана Госвами занят каким-то служением, Санатана Госвами всегда занят, иногда он настолько занят, что ему некогда зайти в какую-то деревню, то тогда Санатан, когда в Санкет или в Яване встречается с кем-то, они эти в Раджавасе начинают плакать, что «О, Баба, давно вас не было в нашей деревне, заходите». И вот Санатана Госвами называли Баре Баба. И очень уважали, любили, обнимали. И спрашивали, ты давно не заходил к нам, как мы можем жить без тебя? И это такие отношения с Раджавасе очень глубокие. Мы должны также развить их. И вот они говорили, разговаривали с Санатаной, кормили его молоком, йогуртом. И это зовется любовь. И Шри Чайтанья Чайтамрити также говорится. Их спонтанная любовь не на показ что-то, именно спонтанная любовь, если я... Настоящая любовь, ее даже тигр может почувствовать. Если заботиться о тигре, то тигр чувствует, что его хозяин любит его. И
и мы должны чувствовать любовь Вайшнавов, и это естественная любовь. И Санатан Гасай, он так ходил по всему, по всей Враджадаме и совершал непрерывную харисеву. И сегодня день. И вот в этот день, сегодня день Гуру Пурнима, и тот же день. И во Враджадаме мы находим, они говорят, Мурия Пурнима. Мури Пурнима или Мурия Пурнима. Во Враджадаме они говорят Мурия Пурнима, поскольку бреются все в этот день. Враджаваси, они все связывают, все с Санатаной. Они сегодня, в честь того, что Санатана ушел из этого мира, они все бреются. Как в ведической культуре, если ваш отец умер, например, нужно побриться, и вот они связывают, и вот в честь ухода Санатаны Госвами все в Раджаваси, они бреются в этот день, и поэтому Мурия Пурнима называется. И все авторитетные сампрадаи. Если не авторитетные сампрадаи, я о них ничего не говорю, но во всех авторитетных сампрадаях любые садгуру ачарьи, может, кто может сказать, Рамануджа ачарьи может быть садгуру, но сегодня мы поклоняемся всем, всей общей гуру-татве, чтобы наши Пушпанджали достигли лотосных стоп тех садгуру с различных сампрадай. И вот сегодня тот день, когда мы поклоняемся, совершаем гуру пуджу, общую гуру пуджу. Чистые преданные, они совершают гуру пуджу все время, каждую часть секунды они совершают гуру пуджу. И в тот момент, когда вы прекратите вашу гуру пуджу, вы падете, вы не сможете понять, что Махарадж говорит. Но в тот момент, когда вы остановите вашу гуру пуджу, это станет причиной вашего падения. Моя непрерывная гуру пуджа может поймать меня на пути баджана. И непрерывная гуру пуджа, она может помочь достичь того уровня. Конечно, я не нарушаю, если мы не нарушаем никакого сиддханты, которого дал нам Рупа Госвами. Рупа Госвами говорил, что лучше, если вы будете общаться с чистыми преданными своей собственной сампрадай, тогда вы получите поддержку вашего баджана. Но сегодня, в этот день, мы поклоняемся общей гуру-татве. И, ну, это общая гуру пуджа не значит, что мы нарушаем наставление Рупа Госвами и Санатаны. Нет. Если вы общаетесь с чистым преданным вашей собственной сампрадаи согласно вашему уровню и вкусу, поскольку если тот саду слишком возвышен, а вы еще не так возвышены, то может быть непонимание какое-то. Это плохо. И поэтому Шрила Прабхупад никогда не позволял никаким преданным ходить к Гуру Кишрута с Бабаджи Махараджа или Вамшивадда с Бабаджи Махараджа. Поскольку они могли их неправильно понять и совершить так неосознанные оскорбления, поэтому Шрила Прабхупад не позволял преданным ходить к ним. И вот
слишком близко к чистым саду находиться очень опасно. Мы можем случайно какой-то недостаток найти или неправильно понять их, поскольку чистые преданные, они за пределами различных правил и предписаний. No Chaitanya, no Skarte, no coping, like what is we? You cannot understand. То есть какой-то преданный может быть без священного шнура или без одежды даже, но мы должны, из-за этого мы можем их неправильно понять, но мы должны следовать тому, что они говорят, понимаете? И вот сегодня тот день, и у нас есть шанс поклоняться Гуру Татве как целому. И наше поклонение сердцем, если мы поклоняемся лотосным стопам Гуру Татве, Нитянанде, всем садгуру, и все садгуру, они получат свои пушпанджали. И вот сегодня день поклонения всей общей Гуру Татве. Конечно, у нас есть свои гуру, как Шрила Прабхупад, Кешав Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж или Сиддхартха Госвами Махарадж, мы им должны предлагать пушпанджали всегда, непрерывно. Но что сделал Санатана Госвами для нас? У нас нет, мы не всегда сразу можем понять то, что он сделал для нас, для всей Гаудия Сампрадая. Санатан Госвами, он явил так много шастр. Джива Госвами тоже много чего написал, но кто следует этому? Предложить пушпанджали лотосным стопам Гурупад Падмы, это значит следовать их наставлениям, находиться с Гуру и Вайшнавами, Рупа Санатана, Джива Госвами, Падам Бхактина Такуром, Шрила Прабхупада или Кешав Госвами Махараджем, значит, что мы должны находиться с их учением, с их сиддханта, с их вичарам. А если мы находимся даже тысячи миль вдалеке от нашего Гурупад Падмы, то все же мы должны, то мы можем иметь связь через сиддханту, через его учение с ним, поскольку можно видеть, как всякие комары и клопы, они вроде бы в саду находятся, пьют кровь его тела. И вот все время мы должны, и в тот момент, когда мы отделимся, как мы можем отделить, развить какие-то отдельные желания, если наше сердце в гармонии с Гуру Вайшнавами, если сердце по-настоящему в гармонии, мы всегда можем. Находиться в блаженстве, в гармонии, подобно тому, как ребенок, который у нас на коленях, в руках матери находится, который этот ребенок не ходит искать молоко или прочую еду, мать все делает за него, это обязанность матери, даже если какая-то мировая война начинается, то ребенок не думает об этом. Он не знает об этом, он просто целиком и полностью полагается на мать. И также мы должны думать, что мы находимся под заботой вайшнавов, и они помогут нам пересечь этот материальный океан. И таким образом мы должны развивать наше сознание всегда, иначе. Что говорить о Санатане, если я буду говорить о Санатане день и ночь? Так много вещей, так очень обширная тема. Санатан Госай, его смирение. Мы должны пытаться понять, может, снова другой день явления Санатана Госвами придет. Много книг, которые он составил, много примеров дал он нам, и вот Рупа и Санатана, они все вместе, они хотели основать Вишва Вайшнава Раджа Сабху.
И сейчас это, к сожалению, стало какой-то фикцией. Что такое Вишава Вайшнава Раджа Сабха? Кто знает, кто может объяснить, что это? Мы должны находиться под руководством Вишава Вайшнава Раджа Сабхи. Но можете ли вы показать хотя бы одного человека, который находится под ее руководством? Это невозможно. И почему такая ситуация происходит? Если мы следовали бы Вишава Вайшнава Раджа Сабхи, то не было такого безобразия бы, как сейчас. И вот через такие разделения мы никогда не достигнем успеха. Если мы выступаем против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то мы никогда не достигнем успеха. Следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура значит следовать Гауранге Махапрабху Рупе Санатане на 100%. И я могу вам дать гарантию, что следовать Шриле Прабхупаде – это полностью, это полное следование Рупе Санатане. И таким образом мы должны помнить, что мы должны пересечь этот материальный мир, и это Вирахатитхи, день явления, приходит к нам, чтобы дать нам возможность избавиться от материального рабства и прогрессировать дальше. Этот Вирахатитхи, она дает нам особую возможность избавиться от материальной обусловленности, поскольку сегодня, если мы будем чувствовать разлуку с Санатаной Госвами, я гарантирую, что вы сможете развиваться дальше. И сегодня хотя бы слезу прольете, если в честь ухода с Санатаны Госвами, тогда ваши материальные привязанности уйдут. Но если вы будете чувствовать разлуку со своей женой или детьми или другими материальными вещами, это привязанность, материальная привязанность. Я более детально могу в дальнейшем объяснить. Даже саду может показать, что камини не может задеть его или может находиться без... Может, какой-то саду среди женщин не будет чувствовать никакого вожделения, но практически никто не может избежать. Я могу объяснить это, как это очень научно. Вы даже можете избавиться от влечения к женщинам, к наслаждению, но от практически избавиться чрезвычайно тяжело. Это будет последний удар от пратишти. И до тех пор, пока желания, надежды пратишти, Йоши Санга не будут причинять нам проблемы, мы не сможем достичь успеха во всей жизни. И вот пытайтесь пересечь этот материальный мир. Санкиртанамритарасе рамате манасе Эмаам будовихарани чадичитта битти Чайтанна чанда чаране курута нирагам Чайтанна чанда чаране курута нирагам Бираха мадде кон бигра бираха хай гурутару Мапу asking to? Махапрабху он спросил Рарамананта. Какая разлука самая, какую разлуку невозможно перетерпеть? И вот он сказал, что разлуку с Вайшнавом. Может, наш отец умер, мать умерла, другие родственники, как бы это можно перетерпеть, но когда Санатан ушел, когда Шрила Бхактивинода Тхакура ушел, Шрила Прабхупада ушел, то мы должны следовать пути. Кого? Наротама Тхакура. Гоура
Мы должны плакать сегодня с этим киртаном, и тогда мы сможем надеяться, что сможем совершать какой-то баджан. Я говорю только о Гауди Сиданту в соответствии с учением Гуру Варги. Who told you you are tired? Police? That is mental concoction.